этого дня любители футбола ожидали с нетерпением и понятным волнением. На центральном стадионе имени Ленина в повторном отборочном матче чемпионата мира 1970 года встретились сборные команды Советского Союза и Северной Ирландии. Перед началом встречи 100 тысяч зрителей и участники матча горячо поздравили лучшего вратаря мира, заслуженного мастера спорта Льва Яшина с днем рождения. Прославленному спортсмену исполнилось 40 лет. По свистку швейцарского судьи Шорера мяч ввели в игру футболисты Северной Ирландии. Результат встречи в Москве был очень важен для обеих команд, особенно для советской, которую устраивала только победа. Лишь в этом случае наши футболисты получали реальные шансы на путевку в Мексику на финал чемпионата мира. Это предопределило с первых же минут острый характер спортивного поединка. Активно действуют советские нападающие. Однако их атаки не приносят результата. Ирландские футболисты также используют каждую возможность, чтобы перейти в наступление. А вратарь Рудаков уверенно ликвидирует опасность. Умело взаимодействуя, хорошо комбинируя, игроки советской сборной прорываются к воротам соперников. На 24-й минуте они добиваются результата. 1-0 в пользу команды Советского Союза. Счет открыл Гиви Нодия. Вторая половина матча началась с настойчивых попыток советских футболистов увеличить счет, закрепить достигнутое преимущество. Защите гостей с трудом удается сдерживать натиск хозяев поля. Все чаще приходится вступать в игру вратарю Дженнингсу. Редкие контратаки гостей не могут переломить хода встречи. Преимущество советских футболистов бесспорно. До конца матча остается немного времени. На 79-й минуте очередная атака нашей команды завершается вторым голом. А 3 недели спустя в Стамбуле, победив команду Турции, советские футболисты завоевали путевку в Мехико.